Обычно кокосовое молоко готовят из мякоти кокоса, но есть способ еще проще. Для него потребуется только кокосовая стружка. Получается вкусное насыщенное молоко из кокоса. Подробнее, как приготовить кокосовое молоко из кокосовой стружки, я расскажу ниже. По желанию на этапе измельчения можно добавить 1 столовая ложкашку любого подсластителя на ваш вкус. Такое молоко можно пить просто так или использовать для приготовления смузи. Кокосовая стружка 50 грамм. Вода 250 мл. Количество порций 1. Подготовьте кокосовую стружку. Залейте кокосовую стружку кипятком и оставьте на 30 минут. Измельчите кокосовую стружку с водой в блендере на большой скорости. Процедите кокосовое молоко через хлопковую ткань и отожмите. Кокосовое молоко из стружки готово.